Расскажи о себе. Как тебя звали до того, как тебя стали называть Чучи? Не хочешь? Почему? Что тебе мешает? Ты боишься? Расскажи о своем прошлом. Расскажи мне. Не бойся меня. Люди должны знать, что с тобой было. Как ты родилась? Где? Были ли у тебя хозяева до этого? Расскажи мне! Пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, пожалуйста! Но ты молчишь. Ты молчишь. Почему ты молчишь? Тебя интересуют другие вещи? Ты не хочешь быть откровенной со мной? Я думала, мы подруги. Я думала, мы настоящие подруги. Но ты молчишь. Ты не хочешь мне ничего рассказывать. Ты ведешь себя просто как... Лив Ульман в фильме «Персона». Ты строишь из себя немую. Да? Ты решила окаменеть? Да? Ты решила? Ты решила обрубить все эти контакты, все эти интерфейсики? С внешними людьми, с собаками. Скажи мне, почему, почему? Не потому ли, что ты лицемерна и знаешь об этом, и противна себе из-за этого? Да? Сейчас ты делаешь вид, будто ты не замечаешь меня. Или замечаешь, но... Отчаянно, но при этом вежливо стараешься дать понять, что я достала тебя, но я не отступлюсь, пока не услышу правду. Почему ты не хочешь разговаривать со мной? Скажи хоть что-нибудь! Скажи хоть что-нибудь! Ты издеваешься надо мной, да? Вот до чего ты меня довела! Ну ответь же! Ты бесстрастна. Ты чудовищно бесстрастна. Ты обезоруживающе бесстрастна. И ты никак, никак не даешь слабины. Ты просто холодная маска. Я знаю, что внутри тебя бурлят настоящие чувства, причем отвратительные чувства. Зависть, ненависть, лицемерие, гордость. Ты хочешь выставить меня дурой, да? Я перед тобой тут распинаюсь, а ты ничего не отвечаешь. Ты хочешь выставить меня дурой, да? Ты хочешь, чтобы я тут истерику перед тобой закатила, да? Скажи же хоть что-нибудь. Знаешь, я так к тебе привязалась за то время, что ты здесь находишься. Я полюбила тебя. Знаешь, каково это сидеть здесь целыми днями, кодить? Но ты меня сподвигла. Ты меня сподвигла каждый день по утрам выходить, дышать свежим воздухом, слушать птиц. Ты изменила мою жизнь. Я почувствовала юнити. Я вновь почувствовала себя живой. Ты спровоцировала меня на это. И ты теперь провоцируешь меня на бешенство, на истерики. Ты делаешь меня слабой, уязвимой.
Зачем тебе это? Пожалуйста, скажи же хоть что-нибудь, расскажи мне о себе.